Вижу крест, высокий холм, народ стоит, он озлоблен. Слышу стук я молотка, из руки кровь брызнула. Он перенес те муки, он за тебя страдал. Ему пронзили руки, он ими исцелял. Мой Бог, ты за меня жизнь свою отдал. Иисус с креста глядит, и друзья Он говорит: вы не плачьте обо мне, плачьте только о себе. Он, находясь в мучениях, не думал о себе. Он продолжал любить всех, Отца прося в мольбе: прости, ты им прости, я жизнь свою отдал. Нет события важней на земле, планете сей. На нее сошел сам Бог, доказав свою любовь. Так просто можно верить, впустив Христа в свой дом. Бог хочет, чтоб общение имели мы с Христом. И пусть важнее в жизни не будет ничего, как жить для Иисуса и прославлять Его.